увлечь детей не на один час, заодно попробовать самим пройти интересные испытания. Все это возможно в современных центрах развлечений. Тематика может быть абсолютно разной. Например, сегодня мы побывали в центре развлечений с имитацией военно-спортивной базы. Чаще всего дети приходят от 6 лет, вне зависимости мальчики и девочки. Тут идет физическая подготовка, умственное развитие, как тренировка памяти, вождение автомобиля, то есть на ловкость, разборка-сборка автомата на скорость, то есть мелкая моторика разрабатывается, ну и так далее. Почувствовать адреналин и азарт можно, пройдя специальную полосу препятствий. Вот уж действительно, где можно проявить свою сноровку и скорость. А еще есть возможность попробовать себя в роли водителя, сев за руль военного УАЗа. Он полностью имитирует настоящий автомобиль. Мне здесь больше всего понравилось водить УАЗ. Это тренажер, в котором поставлены экраны на лобовое и боковые стекла, и она почти как настоящая машина. Девочки учатся готовиться к будущему замужеству. Я это так воспринимаю. Посетители могут побывать в роли военных саперов. Для этого нужно пройти специальное поле и не подорваться на мине. Ну а после этого испытания можно научиться азбуке Морзе. Можно попробовать себя в роли настоящего радиста, набрать шифр, и, соответственно, если получится, то вы отправите правильное послание. И если нет, нужно попробовать снова. Современные развлекательные центры не устают удивлять. Оказывается, можно почувствовать себя внутри настольной игры и побыть одним из главных героев. Это достаточно новое развлечение. Мы решили, что просто в настольные игры играть это уже достаточно скучно. Мы решили все это увеличить в гигантских масштабах и почувствовать себя фишкой. Но никто же не знает, как она себя там ведет. Можно прочувствовать на себе все вживую. То есть самому превратиться в зомби, если придется. Самому отыграть роль полицейского, доктора или еще. И, собственно, либо победить остальных, либо выбраться самому. И какая же военная игра без стрелялок? Все желающие могут научиться собирать и разбирать автоматы, а также стрелять по различным мишеням. Это действительно захватывает. Не будем раскрывать все фишки современных развлечений. Лучше пойти и попробовать все на себе.